Друзья, всем привет! С вами Константин, и вы на канале Boston Technic. Сегодня к вашему вниманию представляем комбайн Акрос 595+, 2018 года выпуска. Давайте рассмотрим его детальнее. Комбайн находился в одном хозяйстве. Состояние идеальное. Как вы видите, резина передняя почти новая. Наклонная в порядке. Полностью находится в рабочем состоянии. Не нуждается ни в каких вложениях. Вот такой вот красавец. Ищет себе новое хозяйство. Продается в связи с закрытием этого хозяйства. Состояние идеал. Единственное, что в этом году не проходило обслуживание. После уборки приехал и стоит. Нужно будет произвести сезонное ТО. Кабина находится в идеальном состоянии. Все целое. Все чистенько. Если заинтересовал данный комбайн, спешите приобрести его у нас по любой удобной для вас форме оплаты. Всем хорошего дня и пока. Сегодня к вашему вниманию вот такая вот жатка Россельмаш соевая 2018 года выпуска. Давайте рассмотрим ее детальнее. Как вы видите, полностью идеально, все комплектно, абсолютно без вложений.